что сказать. Конечно же, обидно, но вообще-то хотели для наших болельщиков праздник накануне. И опять же, праздник 21-го Навруз. Вот, настроение поднять. И я не думаю, так крупно должны были проигрывать, потому что у нас сегодня не наш день был. В первом тайме, да. Главная игра была. И вот этот со стандартов пропустили. Простой ситуации. И, конечно, против Пахтакора так открыто. Вроде бы и предупреждали ребят, что Пахтакор после отбора мяча, выход из обороны в атаку, очень хорошо организует. И вот это тоже второй гол. Ну, естественно, несмотря на то, что проигрывали, у нас моменты были, просто надо было использовать. Тот же у Касьяна был, там Джокич мог. Ну, футбол такая вещь, не забиваешь, конечно, тяжело рассчитывать на что-то, потому что все-таки, несмотря против такого команды Пахтакор, чемпиона, и неплохо выглядели, естественно, имели моменты в первом тайме и во втором тайме. Вот, если помните, Хусейн тоже очень хорошо вышел. Такие моменты, и Касьян, и Гафуров тоже такие моменты должны использовать. Ну, хотелось бы, ну, что сказать, сейчас будем разбираться, естественно, дальше продолжать жизнь. Продолжается. Я не думаю, что так крупно должны были проигрывать. Ну, хотел бы поздравить Пахтакор с победой. А у нас работа не початый край. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить с наступающим праздником на всех болельщиков, народ узбекский. И чтобы они болели. Берегли. Спасибо. Нет. Спасибо.